Пекинская паралимпиада близится к завершению, но бизнес-возможности, связанные с зимними видами спорта, только открываются. Компании стран с давними традициями производства соответствующего инвентаря и экипировки уже осваивают быстро растущий китайский рынок. Олимпиада и Паралимпиада привели к буму нетрадиционных для Китая зимних видов спорта. Прямо сейчас в стране формируется огромный рынок, связанный с ними индустрии. Это открывает новые возможности для бизнеса альпийских стран. В индустрии зимних видов спорта компании, производящие инвентарь и экипировку, не очень большие, растущие, возможно, на протяжении поколения с особенным качеством и видами аудитории. Для них такой выход на такой огромный рынок, как китайский, это что-то невообразимое. Но благодаря нашим методикам и контактной сети торговой палаты мы находим для них правильные партнеры. Местные власти поддерживают стремление зарубежных компаний запустить в Китае производство инвентаря и экипировки для зимних видов спорта. В Чжанцзякоу, который вместе с Пекином принимал Белую Олимпиаду, для них открыли новую промзону со льготным режимом. Ее резидентами уже стали более 40 предприятий. В прошлом году мы запустили новую программу. Мы нашли зоны с инновационными центрами в различных городах, не в крупнейших мегаполисах, а в городах поменьше, но с большим потенциалом и большим населением. Мы приводим туда швейцарские компании, обеспечиваем их информацией, помогаем с открытием филиалов, запуском производства, поиском бизнес-партнеров. Таким образом, мы помогаем их расти бизнес медленно, но стабильно. Олимпиада подстегнула развитие инфраструктуры зимних видов спорта. В северных регионах появились новые горнолыжные курорты, а крытые катки стали нормой в шопинг-моллах даже Южного Китая. Пекинские консалтинговые компании отмечают интерес зарубежных производителей к нарождающемуся рынку. Это не только возможности для межкультурного обмена, но и отличный шанс помочь швейцарским компаниям узнать больше об инвестиционном климате и промышленной базе. Еще перед Пекинской Олимпиадой 2022 китайские власти поставили цель вовлечь в занятия зимними видами спорта по меньшей мере 300 миллионов жителей страны. Места на таком большом рынке хватит производителям не только Швейцарии, но и всех приальпийских и северных стран. Нин Хун, CGTN.